Одной из самых известных библиотек нашего города по праву считается Салтыковка, что находится на Красном проспекте. Но время не пощадило здание, и теперь библиотеке предстоит глобальный ремонт. Все книги библиотеки имени Салтыкова-Щедрина сейчас в хранилище. Пока работает только детский отдел, однако оттуда можно взять любую литературу. Вместо стеллажей в помещении сейчас голые стены, но уже скоро, благодаря федеральной программе, эта библиотека преобразится. Концепция проекта называется «Библиотека в большом городе». На модернизацию необходимо 10 миллионов рублей. Большую часть денег выделит федеральный бюджет, около 600 тысяч добавят из городской казны. В библиотеку купят новые книги, здесь будут работать бесплатно юридическая консультация и зал для тихого чтения, а также сделают сцену и места для зрителей. Сейчас в этой библиотеке около 110 тысяч экземпляров книг, но вскоре фонд станет больше. Закупят много современной и популярной литературы. Несмотря на то, что сейчас любую информацию можно найти в интернете, люди не перестают любить книги. До сих пор многие любят читать именно бумажные книги. Читатели общаются на разные темы, листают страницы, смотрят библиографические данные, которые можно увидеть именно в печатном издании. Так что печатные книги еще не скоро исчезнут с наших полок и библиотек.